хорошо. У него вообще весь есть просто, это безумие, он очень сильный. Да, он может все, что ты хочешь. Вот как ты хочешь, так играй. Хочешь, как кинь на захватах, ради бога. Как контрхит на стивах, да, ради бога. Как Азусена давить людей, да пожалуйста. Только умей это делать, и никаких проблем не будет. В общем, завидуем тебе с желтой завистью. Нифига. Не разрывает. А, он на окей решил поменять его, понятно. Лес, не ведись. Не обнимайся с котом. Стенка. Да-да, взрывается. А может быть жару еще туда? Нет, решил без жары. И кушать сам я. Арморчиком, контрхит, и сразу... Так, ну, что, видовую его откинул, хит-смеш. Не, смотри, я думал проспал это, но нет, он сайдстепнул, он доказал. И камбэкнул этот раунд в свою копилочку. Б1, паниш, минус 10 есть, блок паниш. Опа, заделал, паниш есть. Опа, и продвинутый паниш, но разрывает последующий Giant Swing Lads. Джепчики, потом Giant Swing. В этот раз не смог, к сожалению, все-таки покататься придется на карусельке. Так, текрол есть, раннер хорошо залетает. Так, небольшой, неплохой был очень спейсинг. Какая длинная рука у Кинга, нихера себе. Так, Б1 залетает. На контрхите, ой, как больно сейчас. И? Да. Наказал за вставание. И нижняя тычка. Угу. Там она не гарантирована, если только ты встаешь, она попадает. Вставать назад надо или сидя просто? Вообще любое вставание, down forward 4 задевает. Ой-ой-ой, энергиошечку встретил на оке. Боль и страдания. Давай. И ХС. И хит-смеш. Вот грех им не пользоваться, просто такая херенная штука. Б3. Неплохо. Цепляет на вставании уже теперь медовым. Ах, пытался вас хитро сыграть. Где? Ладно, неважно. Пытался присесть, там не получилось. Какой же длинный армор, надо его фиксить чем-то или небезопасным делать. Миксап? Ты про какой армор? А, ногой, когда вперед бьет. А, он хаёвый. Он хаёвый? Да. Именно а который, вот этого я не знал. Б3. Не, Б3, когда он бьет с ногой. Не, там не оба. Вперед, прыгает, еще ногой бьет. Лоу-краш небольшой. Ну, там отмена в стойку. Не помню. Я вот тоже не помню. То ли он действует, что-то такое, короче. Минус 10 это Б3, который армор хаёвый. А, да, ворота. Да. Ну, раз так, в принципе, я не знал, что он хаёвый. Теперь буду, по крайней мере... Но он может миксовать его с медовым, поэтому тоже такое себе. Хотя, как и пол получается, поэтому... Может, все и... Но они оба линейные, это же у них не отнимешь, правильно? Угу. Знаешь, хотя бы так. Если нельзя присесть, гарантированно, по крайней мере, гарантированно можно сайдстепнуть. Помощью Шайнинга. Ну, это как-то... Когда ему такое случится явно? Главное, чтобы в этот момент мы были с камерой неподалеку. Текен крашнул, пишет СРМ. Понятно. Ну, вот, да, это харада. Это харада. Интересно, как в Tekken 7 будет? А, нет, она сразу выкинула. Хорошо. А то вы помните, когда кого-то не соединяло, потом приходилось минут 5 сидеть в менюшке и просто смотреть, как на экране огончик, огонь горит. А сейчас, благо, хоп-хоп, и все. Осталось всего лишь еще 1000 мелочей пофиксить, так и не можно смело играть. Стесняюсь спросить, если у тебя Азусена, Бушин, то Стив у тебя кто? Где у тебя Стив, спрашивается? Почему у тебя Стив, я даже скажу больше. Так, у нас получается сейчас Let's SRM доигрывает, потом у нас финал уже, Гранд, так же? Да, Гранд финал, после сейчас Лазер Файнал. Угу. Фуджин, я им не стал играть, больше месяца, чё так? Наигрался в Tekken 7? Или тебе реально нравится геймплей Азусена? Или ты секретную тактику? А, времени нет, ну да. Это да, взрослая жизнь такая, блин. Наступает момент, когда понимаешь, что главное это не деньги, главное это не... Что там еще есть? Все, только деньги. Главное это время, потому что его не купишь никаким образом. Вот если бы можно было еще один час себе в день купить,
для сна, допустим. Это было бы офигенно, да? Лес говорит, Ли дворец. Это, видимо, для сырые, может, его пикнули. Лес пошел по секретной технике всех манеров Стива и пикнул чара. Секретная техника. Так, напишу. Ли. А, они уже все. На случай, если я Сигма пропустил. Ну-ка. Офис Фена бы выпало, не успел. Не успел сервер выбрать. Ну, артист тоже, в принципе. Не такая она по камбам красивая, как дворец Ли, но тоже пойдет. Стена, пол, взрач, стена, прям полный набор. Перетыкивает активно. Лэдс пытается развести на что-нибудь. А промоцию РМЦ терпит. Алло? С пингом что-то говорит. Как это? А мы как никак глянуть не можем, у нас этого не видно. Да. Ребят, зажмите старт, вы можете в менюшку вроде выйти. Если оба зажмете. Или что у вас там? Да, если проблема в этом именно есть, можем перезапустить эту карту. А может кто-то забыл выключить торрент? С опасными японскими фильмами. 275 повысилось, было лучше. Сервак в Перу. Ну, блин, где карта, там и сервер. Чё, нормально все. Можем пересоздать эту карту, посмотреть. Если в этом дело. А, ну нормально было, странно, что случилось. А может быть, Лэдс тайком переехал в другую локацию, а мы обсуждали. Давайте, ребят, завершите быстро. Не за что. Да, перезапустим, да. Пинает активно. Найцу. Бедного хлебушка. Хлебушек с котом. Буквально. О, так лучше получается, да. Как раз есть шанс взять ту арену, которую нужно. Баги. Не могут они. 8. Баги 8. ЦРМ вышел, сейчас пойдем пробовать. Лось тоже что-то. А топ-3, ну, не, там, короче говоря, скоро будет объявление, ребят. Все поймете, все разберете. Там все будет. Мы уже разделили лиги. В нулевую. Нулевая — это лига чемпионов, все нормально. Круче нулевой лиги нет ничего, все. Это тайная лига для избранных. А потом будет лига минус один, минус два и так далее. Так, Сигма здесь. Там более подробно сделаем объявление, там уже будет все наглядненько. Здрасте, Лолипоп. Как дела, как настрой? Так, Лэдс перезаходит. Сейчас, секунду, Голич, здоров. Ожидаем сейчас подсоединиться, и будет все супер. А, да, должны работать. Сейчас, секундочку. Группа. Алерт. О, большое спасибо, Лоликоп. Большое спасибо, Лоликоп, за поддержку. Так,
Так, я вернулся. Что у нас происходит? Лоликоп поддержал нас на 100 рублев. О, спасибо, Шилович, спасибо. Очередная рабочая неделя подошла к концу. Чё бы не отметить её пивком. Да. Поехали. Да, теперь выбирается уже арена, которую и хотел, собственно, Лэдс. Посмотрим. Элегантное место. Нет. Ага. Это ж точно. Элегантнее некуда. Поехали. Так, кажется, что все получше, судя по тому, что агрессивнее стал играть Сигма. Неплохо наказывает. Это 14 кадров, кстати. Хорош приседает, но уровень наказания. А, он просто фазигардил, он не знал, что будет вверх. Тоже неплохо, в принципе. О, опять. В этом минус. Фазигард, конечно, хорош в некоторых случаях, но предикт бывает лучше намного. Оно и понятно, собственно. Ну, если первый ты смог предсказать, да, то это лучше, но... Зачастую фазигарда можно спастись от неожиданных вещей. Да, вопрос в том, чего ты хочешь. Если хочешь безопасности, это одно. Если хочешь урон, это уже, да, тебе надо рисковать, понятное дело. Сколько же урона! Мощно. Так, нифига. Да, пока катится бетонным катком. Хорош сайдстеп. Вот тут уже, да, это еще стакин 7. Присядка под DF 2-1. Рискует вас почему-то перед движением. Оу! Поймал! На педигре, ты смотри. Что дальше? Жира течет, уходит. Ой, об стенку разбил, еще будет больно. Это хитбокс кривые, хрен с ним. Жира! Жира! Ой-ой-ой! Вести! Поддавливает. Рейджар там выживет, да. Увернулся! Из того, что своей стойки перелетал Лэдс. Ой-ой-ой, побеждает. Ну, даже не знаю, нифига себе. Что это было, блин? Что это было, ёпперды бока? Сейчас покажу. Кстати, замедление вроде бы. Даже так? У нас продакшн растет. Ну ты раунд был тяжкий, прямо не то что тяжкий, вот буквально можно нарезать его на этот, на хайлайты, блин. Да, Tekken 8 он такой. Вообще, сейчас же баг есть на захват на сидячих против Реджарта. Знаете про него, да? Так что, если вдруг что, может рискнуть. Этот момент, который мы, ребят, не заметили. Там просто, вот, здесь под оффаксисом делает рывок Лэдс, вот это вот свой, после раннинга, делает, вот сейчас, удар, ой, ладно, все, бой начинается, нечего разбирать. Ебат, мы разберем, да. Как же Лэдс любит этот прыжочек с ногой, который наказывается в конце, ну понятно, он работает очень часто. Хорошо, DF2 заходит. Урона нормально так, в принципе. Так, неплохо прерывает. Геошечка залетела. Угадал! Хитсмэш перебит. Он заранее его нажал, видео, офигеть. Ну, молодец, Лэдс, молодец. Кофейку? Кофейку. Ревет как динозавр Кинга, но... Ух ты, он полежащим еще залетает. Так, НД хоть раз не подловил. ХС? Ой, это смерть. Нет, он просто рискнул. Ну, там, да. Пытался какой-то угадать, путь низ или нет, но как получилось, так получилось. Наказывает! Ладно, хотя бы как-то. Ловит на приседе. Наказывается. Не наказывает. ВС-2-2, медочек залетел. Воу, опа, арморщиком встретил. Мне там вроде медочек. Я ж не помню, сколько там. О боже, не дай просто встать ему. Наказывается, так, молодец. Ага. Еще и в миксап. Блок, угадал. Конечно. Хорошо. Смотри, молодец, да. Когда надо, угадал. Как армор этот находит. Эйсоку. Нет. Нет, господи, не хочу, этого не было. Кстати, новый баг образовались после патча. Если сделать нижний захват перед Рейджартом, типа у кого есть, ты можешь спокойно двигаться, да. Да, тоже видел. Ну, такое себе дело, прям скажем. Хара, да.
Pixel щит, плиз. А Ева, между прочим, через месяц почти, так что надо что-то придумывать. И на Ева нам, может, покажут, скорее всего, покажут следующего бойца. Ну, посмотри, анонс от следующего бойца. Ага. Так будь забавно, если это будет Бардук. Хит смеш. Да, очень будет забавно. Прямо вот до нельзя. Да, нижний удар, молодец. Пендехо. Жира есть, хп серого нету, но камбэкпит можно, в принципе. Вот сейчас. Хорошо, подтвердил. Наделал, заехал. Наказал, не наказал, десятку. Так. Ладно, десятку хер с ней, можно пропустить иногда. Допинал. Да, забрал. Ох. Стушевался немножко в конце СРМ, стал поспокойнее играть, не знаю почему, вроде он до того снял и арморы, стал и хоп-кики, и контрхитами разбрасывался, сейчас решил подождать, но вот Лэс этим, собственно, и воспользовался, прямо нашел свою игру, что называется, или он просто растягивает удовольствие, скажем так. А, я не то, блин, сделал, у меня условия победы, долбная победа, а я Максири побед перепутал. Дурачок. Вот чего они закидывают обратно. Ясно. Ну ничего, ничего. Или можем пересадать, как хочешь. Да ладно уже. Можем здесь... гранд-финале пересадать, если хочешь. Ну, как вариант можно, да. Ну, как бы там два человека всего, поэтому их найти будет легко, я думаю. Угу. Чуть-чуть времени сэкономит. Не то чтобы у нас было прямо дефицит времени сейчас. Угу. Так. Тогда серку решили взять. Ну да, Кинг тут неплох, мягко говоря. Опять в защите сидит Сигма, ждет чего-то. Ошибки от Лэса. Вот тебе и нога заходит. Отлично. Дик-джебы и арморы в этой игре намного полезнее, чем в Tekken 7, по понятным причинам, если их к месту ставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, рывок меняет на кому, Дик угадывает. Да. Да, тут уже приходилось все угадывать, а это тяжко, сами понимаете. Начинает сходу с армора, да, правильно. Ну-ка, дальше. Блин. У тебя жара. Дави ее, дави. Дома разрывается нога. Кума, это что-то с чем-то, это пиздец. Я с плейчопа поиграл, пиздюлей получил. Ушла эпоха с пламя на Куму. Ну да. Ну как бы если сравнить медовый безопасный электрик, извините, с этой херней, которая у панда есть, Кума намного, кажется, сильнее. Вот панда сейчас реально будет где-то внизу. В пиках сидеть. Лэс 1-2. На стену? Опа, хисмеш. Пытался таки выкинуть того, чего нет. Неплохо, неплохо, не спешит. Где там сграться? Лэцу? А Лэцу этого только и надо. Не закончил ни разу еще, молодцом. Ждет своего шанса. Хорошо залетело. И рейджарчик. Не, не хватит, да, урона. Он почти всего восстановит обратно сейчас, по идее. Ну да, да, ДБ-2-3 это просто жуть, что творится. А че у него хп не остановилось, я не понял. Потому что рейджард не восстанавливает хп. Да ладно, вот открытие. Вот это открытие сейчас ты мне сделал, охереть. Не, оно восстанавливает, но мизер, прям супер мизер. Ну ладно, хорошо. Отлично, конфернет, еще и в этот, блин, ГС. ГС. Да, поворот 1-2, Giant Swing. Он пытается подловить его на чем-то, Let's, пока не получается. Комплект контрол, здорово. Чего восстанавливать-то? Ну, не знаю, тут, судя по всему... А, хит энгейджер 1 удар, или 2. А он восстанавливает полное хп. А если это Джун, то вообще капец, я даже бить никого не надо, он это восстанавливает. Раньше восстанавливал, по крайней мере. Сейчас не знаю, пофиксили или нет, пофигу. Так, 2-2, кстати, тут очень все. Надо либо Лэцу немножко поддавить, а то СРМ сейчас заберет. Так, паниш, есть Giant Swing, это будет тяжко камбэкать. Да. Эра есть, жара есть. Все, что хочешь, есть. Надо только использовать. А ему можно не спешить. Да? Ой, да. Из... Хорош. 3-1. Как бить женщин. Да, да, я тоже видел. Пашкин гайд. Угу. Дернул Кевин за хвост. Попробуй, дерни. Прям молодец, 3-1. Молодец. Да, сейчас пересоздам, ребят.
Да, давайте. Я тоже покинусь. А то... Только можно, получается, это, финал уже до 5 или тоже до 3? До 2 раза. До 3. До 3, все. Я у меня поплыл. О, делики сделать надо. Какая беда. Можем после стрима сделать.